друзья, здесь на входе большая очередь, нам повезло, что у нас есть камера и микрофон, благодаря чему мы можем легко, свободно пройти в эту замечательную атмосферу, где сегодня настоящий Silent Hill. Здесь собралась вся тьма. Посмотрите, какие чудесные дамы! Здрасте, как дела? Отлично. В образе кого вы сегодня? Мертвые русалки, наверное. Скажи, у тебя сегодня будет вечером секс? Да, обязательно. Любимым мужем. А муж где? Снизу. Он даже не подозревает, что у него сегодня будет секс. Люди вообще позитивные. Вся нечисть собралась здесь, даже со своей едой пускают. Да. Скажи, пожалуйста, почему ты пришел сегодня со своим? Ну, не знаю, сегодня Хэллоуин, поэтому надо со своим приходить. А я что, забухать? Конечно. Давай. Пойдем. А правда, что у вас на лице кокаин? Нифига! А правда, что вы сняли грудь сегодня дома? Нифига! А скажите, у вас сегодня будет секс? Нет. Я недавно с отдыха вернулась. Вот так вот. Недавно с отдыха вернулась, блогер Рома, она не ищет секса. Я девственница, девственница! Зовут по паспорту Джокера? Джокер Иванович. Джокер Иванович? Джокер Иванович. То есть не важно, что у вас грудь есть? С грудью всегда интереснее. А с таким видом секс он лучше? Рот больше. Она умничка такая. Она все понимает. Короче говоря, отличная вечеринка просто. Тут, короче, только много петухов, которых втыкать надо. Я просто исчезнее. Я даже ему вопросы не буду задавать. Скажите, пожалуйста, что у вас за образ сегодня? Мерлин Монро. Но я смотрю, что вы с порванными щеками. Я думаю, что-то уже было? Нет. Я думаю, что будет. А сейчас уже начинается воздушное шоу, к которому мы в скором времени присоединимся. А сейчас я вижу американского солдата, который приехал к нам сразу в форме еще. Армия – это зло, которое всепоглощающее. Поэтому Хэллоуин и армейская форма. Нравится мне Хэллоуин. Мне он вдвойне теперь нравится. Мы проходим кучу событий. Это Looking Room, друзья. Очень тесно, очень позитивно, очень ярко. И на самом деле очень своеобразная атмосфера. Тут прям много красивых и интересных. Морячок. Ему еще 16 в клубе. Мы сейчас находимся в самом центре спуски событий Silent Hill в Looking Room, друзья. Здесь играет диджей. Скажи, пожалуйста, какую музыку нужна для этой нечисти? Для этой нечисти нужна изгоняющая дьявола музыка. Такая, чтобы выворачивала. Как ты думаешь, здесь больше святых или темных? Ну, с учетом того, что здесь больше девочек, я надеюсь, что больше светлых. А как ты думаешь, сегодня будет секс у 50% этого населения? Ну, я думаю, они молодые и не рассчитывают дозу. Думаю, к утру все будут сильно пьяные и навряд ли что-то получится. Как ты думаешь, для диджея какой костюм вообще должен быть в Хэллоуин? Какой угодно. В том году я был ниндзей. Вот так весело! И, не знаю, ужасно проходит Хэллоуин в Looking Rooms. Так что, друзья, знайте, что на будущий год можно прийти сюда, потому что вот эти все красивые и некрасивые ужасные люди всегда здесь, и здесь отмечают этот замечательный праздник. На Party Vision смотрите нас. Это самый настоящий клубный путеводитель. Всего хорошего!